Наконец-то я в блоге. Ну вот эти 340 тонн песка, все здесь. У нас есть тут настоящая пустыня, барханы. Но скоро мы здесь уложим красивый кирпичный пол. Пытаемся открыть проход. Сняли картину, а теперь она здесь не вылазит, не проходит. Потому что она собиралась по кускам там и писалась. Что делать, непонятно. Сейчас покажу кирпич, который здесь будет лежать. Вот кирпичи, которые будут лежать на полу. Такого они красиво черно-ржавого цвета. Почти как наши стены. Красные, обгорелые. Пока ведется ремонт полов, мы богослужение будем проводить на парадной лестнице. Поэтому следующие два воскресенья подряд богослужение на парадной лестнице. Приходите. А здесь мы успели провести только одно богослужение, после того, как закрыли выставку. Но зато с конфирмацией. Поздравляем Светлану. На этой неделе мы отпраздновали 3 года со дня основания нашего проекта «Анна помогает». Просто хотелось немножко рассказать вам максимально коротко и ясно. У меня это плохо получается, обычно 1,5 часа рассказываю. Все знают, что принцессу поздравили с приходом в королевство. Идем подарок вручу. Записано ли в этом видео? Давай это прикольно. Ну, то, что здесь написано. Чего, все, я с этим, они просто уходят. Это вам всем. Сейчас Анна помогает располагается на 2 площадках. Здесь, в учебной кофейне R10 и в новой кофейне Special. Напомню, что проект занимается выпускниками детских домов, помогает приобрести первую профессию, ну, в частности, например, профессию бариста. И у нас один из бариста, он выпускник этих курсов, курса «Анна помогает». It goes like this, the boy.